Давно не играл в Tekken. 5 лет 3 дня. прошло. Да, где-то так. Неделю. Ну и так же. Че с микрофоном? Так, тебя со звуком записываешь? Как? Веселее. Почему с микрофоном в этот раз решил? А, да чё, скучно же так, там ошибки говорит. Главное не матерись. Ты степишь, да, уже после этой фишки? Ты слушаешь, как я жму, да? Натя, наказал. Смотри, лезет как, а? О, блин. Моя гарантия. Ага, гарантия. Просто тебе повезло. Стой, подожди, Сейчас, я хотел такой же сделать. Блин, он фак, я хотел показать. Ух ты, случайно джеб нажался, классно. На тебя, лови. А, не сделал. А, я думал, сейчас контрхит тебе залеплю. Опи. А, вот так. Сейчас. А, не наказываете, да? Опять так же убил. Фреймов. Удар. Честь, это четвертый встал. Рассчитал, да, меня? Гарантия, да, была? О! Yes. Чё-то я зафейлил. Хотя там, по-моему, не прошло в комнату. Да ты на этот VS-34 на коленке две попался жестко. А, да. Да, так интересно, нет, с микрофоном? Да, конечно. Сейчас еще этот, как у стрим начнем. А. Ну, кстати, профессиональный микрофон. Профессиональный. Да ты нормально играешь? Микрофон был профессиональный. Раз. Вот так это делал. А. Хочу там уже так рекордно это сделать. Ох, ништяк.
Это походу Балоржан играет, не я. Походу. Ну, обманул, да? Медленно. Без мощного. Как тебе мой костюмчик? Блин, я думал, контрхит будет. А, как всегда, да? Прям в челюсть. Почему я там думаю, что всегда у тебя минус есть и лезу в него? Всегда так думаю. 1-2-2, да, я это сделал, да? Потом коленочек. Ну, и потом ты это, уклонился и сделал этот локоть. Просто у других персонажей там минус 10. Какой там? Ну вот где коленка вот такая обычная у тебя, F плюс 3-4, по-моему, или как там. После чего ты уклонение делаешь назад. А, да. Он минус 3, что ли? Ну, а я думаю, что минус 10 всегда. У меня в голове просто отложилось, у Брюса минус 10, по-моему, было. Другая коленка, после него две коленки. Блин, я джебы делал там. А у тебя 12 нога, 12 прямого нога прошла. Я по идее должен был понять, что я сам нафейлил. Локоть немного треч. Ох, обманул, да? А где обманка? Две коленки. Вот это антисайдстеп. А, сел. Ты сайдстеп научился, здесь успел? Ну, мы так успеваем. А вот это не успеешь. Ладно, выдержка. Угу. Сенсей. Что кушаешь? Пюре. Я с работы голодный пришел, не кушал. Ты что, работал сегодня? Ты рано с работы пришел? Да, недавно, час назад. Короткий день, типа? Фрейм входит за сайт цепить и в блок стоит. Ну мы степим сразу и назад жмем. Все просто. И сколько фреймов это? Ну, там 6 фреймов какой-то. Чё ты не даешь отстепить мне ничего? Ну я специально антисетстеп тактику делаю. Да? На
джойстике, наверное, не так было. А это сколько у тебя минус, ты не знаешь? Немного. Тебя попробуй наказать. Я, походу, засадил конкретно. Вместо этого... О, а? Видишь, не наказывается. Не наказывается. Не, ну 10 фреймов точно я наказываю. Ну-ка еще раз. Сделай то. Не, с уворотом уклон. А, что-то уклонус? Да, вот уклон, а потом это бьешь же локтем. Да, вот этот сколько минус? Не, по-моему, даже в плюс даже, по-моему. А еще раз. Погод, да, сделай. Да, ну я в минусе, да, минус. Минус 10, да? Ну, небольшой минус. Да, гол. Вот, засетапик не получилось. Чуть-чуть не добежал. Главное выдержать. Да? Креш. Сик на джойстик, джойстик на стик. У меня джойстик совсем приехал же. Вниз не работает, я месяц так играл, вниз не работает. А вроде в ЦУМе дешево чинят? А? В ЦУМе вроде бы дешево чинят. Почем? Да нет. ЦУМе. Я другой заказал. Ничего себе, ты в минус лезешь. Засадиться надо. Идеально сделал. Какая гарантия. Тебе повезло. Ух ты. А, я думал, ты сейчас делаешь этот удар, уже сел уже. Что ты так подумаешь? Блин, сайдстепа. Теперь. Ну что интересно, на стике он вечно мажет. Ёлки, зафейлил. Это на перка там наказывается, нет, а? Да. Две колена, а вот. Даже первое наказывает. Люблю сайдстепы. Ух ты. Как грамотно. Я тоже люблю. Вася, я забыл. Забыл, что я степ делаю, да, здесь?
После этого особенно. Ох ты, случайно. Случайно чуть-чуть присел. Привыкать к чужим привычкам. Надо привыкать к чужим привычкам. Да. Своим привычкам. Я в основном проигрываю, потому что всегда смотрю, что делает соперник. Жду, смотрю, там, проверяю, что он сделает. Пытаешься подстроиться под конкретного соперника, да? Да, стараюсь, ну, по его игре играть. А надо правильно играть, да? Ну, не то что, просто а потом, когда я выучиваю, уже мне проще играть. Стиль же у всех разный. Какая-то Джози может по... Чё за бред был? Какая-то Джози может по-другому играть. Не наказывается коленки? Наказывается? Не, ну не джаглом, а минус 10, там, как бы. Джебами. Куда перекот там? Не, перекот там нет. Не хотел, блин, сделать орбитал, но подумал, ты, наверное, уже в удар, в середину ударишь. Ай, ёлки. Наказал. Вообще, блин, раунд начинает с ударов, это неправильно. Не то хотел. О, получается это. Опа. У-ху! Зато Get Ready to the Fly не получилось-то. Зачем? А тут ты любишь его делать. Спамщик. Ну когда жизни у тебя мало тогда мы... Когда есть, тогда надо. А так что время тебе, твоя моя? Offline run can be raised to first down in arcade battle. And to the highest rank in pressure battle. Звук ты кем чуть потише сделать, а то тебя не надо плохо слышать. Мне потише сделать? Я сделал потише. Ага. Дал слышать. Ну там вылетает, да, ли тапка, когда нажимаешь? Да, бывает. Блин, не так надо. Fight.
Я должен выжить. Брайан Фьюри был непоколебим. А то если бы он проиграл бы, ему было бы стыдно перед маленькой девочкой. Блин, я все ранг не могу поднять. Ранг выше матерлея? Да я начинаю играть с людьми, с которыми, ну, я знаю персонажа. Они начинают ливать сразу. Прикинь? Так, а я вообще не знаю, как Эдди, например, они играют до талого со мной, я сливаюсь. Еще Эдди там с Мурфи всякие попадаются, которые этот. Там Текен Кинги всякие делают. Там чувствуется, что он конкретно играет. Что не моего уровня человек. И вот они меня сливают конкретно. А те, которые реально моего уровня, они не играют до конца. Сразу выходят. А у меня так, такая проблема. Хотя я до своего не знаю. Когда ты болтаешь, ты, оказывается, отвлекаешься на разговор. Говорить почаще. Почаще говорить? Да. Как на работе 2? Ты у меня спрашиваешь, когда я делаю джагла особенно или атакую тебя. Да, 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 особенно. Овчица. Бывает концентрация. Че, Tekken 3 будешь участвовать? Чемпионат Tekken 3? Я вообще не знаю, как. Да блин, ты на поле грабил, что ли? А на ком? На это, на Xiaoyu играй. Мало персонажей знаю. Там вообще этот, как у ударов-то, по 40, наверное, у каждого. Мало. Да я на поле. А? Вот что он сделал, не то. Умер ли? Не, ты умер. 1%. Да чё ты так долго думаешь? Стоит, думает. А чуть-чуть дольше выдержать. А? Чуть дольше выдержать. А, здесь нет. Раунд 4.
Два разных удара, да, только? Да, нет. Да. А чё ты вопросы не спрашивал? Во время джангла же надо. Во время джунглей, да? Хотя вопрос задам. Вообще это как о, джагл. Джагл, не джангл. Да, это от слова джанглирование. Джанглируют. Если на русский переводить. Джаглинг. Джанглировать. Да, джанглируют, джагл. Лаунчер — это типа первый удар, который запускает запускатель. Лаунчер. Первый удар джагла. Кто-то блок пробивает, знаешь, да? Да. Все падают, да. Вот ты попался. Куда ты попался? Я видел, что ты в блоке стоял, но в конце ты что-то его отпустил. Что там был? Память, как в золотой рыбке, все забывай. Я уже забыл, что там было, как там дрались. Вот скачивай эти игры, играй. Пока не. А когда хотите чем построить? Да надо же договориться с местом. А как и где это? Можно на обычном этом, что ли? В Sonic Club Tekken 3 покатать? Да, в компьютерном клубе. А я хотел вот так сделать. Ну, с фанатом точно договариваться не стоит. Да, елки-палки. А ты видел, Баха что-то выкладывал, там какой-то фист будет или что? Фестиваль. Да. Fight.
почему не попадает, а? Там вообще БСК должна была догнать. Без разбора, да, такую историю? А, кстати, любой сестер. Как? Контрит. Не, по-моему, влево промахивается. Чего? Если я по ноге так пинаю, вправо попадает, а если ты влево, по-моему, промахнется. Я пробую влево отстапить, не получается. Я просто плохо стапить делаю. На стике. Если две пробьет, чтоб у нас там. У меня плюс один будет. Я попробую этот по ноге пнуть. Джеб по блоку пробью. Я тебе джеб и отстепить. Нет, я тебе блок. Я тебе джеб по блоку ударю. Влево сайдстеп. Тыщи. Ой, блин. Нет, ты сайдстеп делай. Не получается? Блин. Быстро. Вон. Давай я буду джеб делать и степить. Вот. А сейчас. Да ну. Другой. Нет, другой. Не вправо, влево. Так. Так, любом. Ну, сторону, да. Но сайдволк не стать. Погнали. Погнали. Тут немножко выдержать надо. Выдержать. Там два хая надо выдержать немножко. Ничего себе, крашишь, да? Меня Кай начал. Кто я? Дед не долго думать. Как я тебя научил? Под ноги бить вот так? Вот так, да? Это четкая фишка. Меня это дедисер научил делать. Мощно. Твои дома? На, Сёма.
Твои дома, говорю? Дома, дома. Детский дома? Плач слышал, да, это. Да, спят мои кипишуки. Что-то аватарку не поменяешь. А, забыл. Мэтт Сэм, да, до сих пор? А, блин. Я думал, ты там продолжишь, ты обманул меня. Да. Почти. Блин, там чуть-чуть не хватило, чтобы тебя поднять, а? Чуть-чуть. Ну. Не знаю, вот когда за Алтаром играл, он начинает так что-то издеваться, что-то там писать всякие, он как бы отвлекает от игры этими. Ты начинаешь нервничать и отвлекаться, да? Немножко начинает нервничать. Мне это начинает, ну, мне просто начинает это бесить, напрягать. У меня видел 3-2-2 написано. Сейчас сливает каточки. Да? Знаешь, что такое 3-2-2? Нет. Нет? Ты когда соло Березин поставил против тебя коэффициент большой и слил катку, после чего его, по-моему, дисквалифицировали на долгое время. В Доте. В Доте? Да. В Доте? Против своей команды, да, поставил. Став. А ты? Кто? Соло. Соло, знаешь? ВП, по-моему. Но он раньше в своей команде был, да. Это не, да, что не на поле играешь, не совсем понимать все. Эдди, вот так. Ах, ничего себе. Раунд 3. Файт. Ёлки, как ты все это видишь? Я руки держал как раз. Не, с досками потренироваться. А? Надо тоже потренироваться с бросками, реакцию выработать. Ты сейчас чуть не взлетел на джазе. Я думал, ты как всегда вниз ударишь.
Это не всегда работают советы. Вот такой удар не всегда работает. Так, а твой орбитал наказывается? Нет. Он минус 5. Что хочешь наделать? Минус 5 на блоке. Гоняй, да, короче? Меня. Или у тебя минус 5? Даже я степить могу после орбитала. В лучшем случае. Ничего он не дает, да? В смысле, ничего против него не сделал, да, если он попал? Не-а. Только ты имеешь право нападать с него. И все. А. И то я могу степ сделать или что-нибудь такое. Либо сесть, пока ты будешь хай свой пихать. Люди многие садятся, кстати, я замечал. Люди есть, кто садится после своего орбитала, садится и наказывает. Многие думают, что он наказывается, и, видимо, наказывает. Орбитал сделать и защититься. Если сядешь, да? А? Что ты хочешь? Я имею в виду, если садится больше, то так вот, в общем, это... А, сайд-степить хочешь, чтоб я... Вот. Постепится, да. Да, нет, лучше... Лучше джеб, по-моему, джеб попробуй дать. Вот, джеб дай. Сейчас. О, блин. Ну, джеб, видимо, слишком быстро. Остальные удары. Либо я плохо степ делаю. Я вообще степы плохо делаю здесь. Гол играть. Там времени осталось. Oh. Готов. Раунд 4. Файт. Давай карту поменяем. Это что-то время на этой карте играем. А у тебя что, ник опять Мэтт Сэм или что, или это у меня никнейм твой остался? Сэм. Да вот и нам что ли поиграть. У меня нет такого большого разнообразия. Не, мне в последнее время, кстати, Дэлджин стал нравиться. А Драгунов все? Да, Драгунов я же не играю. Так, конечно. Балуюсь. Я, мне кажется, Драгунов тебя как Брайан. По силе? Так где ты так понял? Ну ты сейчас хуже играешь за то, что на стике, да? Так обычно на достике же. Драгунов я точно на стике не играю. Потому Кирик. Что мне как-то неудобно. На достике неудобно. На стике неудобно. Раунд 1. Файт. Thank you.
бэка фигню. А, я что-то должен был провалиться по ней. Джози дальше кинул такой бит. Че, конечно, на одну Джози пинать? Дальше бить, чтобы доставать. Рейсинг сработал. Ну там в атаке. Он не сработает? Подсаживается, да? Там хай проходит, да? Какая? Прыгает. Кто? Сквозь надо в дозе. Или присаживается. За хай. Двепы пройдут, ну? Не, она же это, как Power Crash, по-моему, она все игнорирует. Промахнуться или верхний удар? Попадают, по тебе жизни отнимаются, но ты доделаешь удар до конца. Она чуть подсаживается, как будто вначале перед ударом. Дара промахнется ли? Аватарка, да, под мою эту подходит, панель? Тоже огненная. Смотри, сейчас вот хайдар произвелся, а я попробую это. Так, хайдар. Сейчас. Должен наказываться по идее. Только наказывается, да? Чё? Я. Это накажи. Вот это? Мне это не наказывается, это же. Сейф. Она специально ловит степ-степ-степ. Сдох походу, да? А, нет. Он даже не долетает, оказывается. Это не ловит, да? Round
Блин, флаги и крылья, пипец, глаза болят. А, не капец мешает. А? Все, ты капец мешает. Да, капец, на экране все это мельтешит. Твой флаг, мои крылья. Аж глаза заболели уж. Особенно, когда меня джаглишь. Ты что, в доту тоже доиграешь? Покатал. Когда? Я вообще это, 3500 часов откатал. Да? Офигеть. Боль почти до меня дошел. Мы, а ты что, я не знал, что ты в доту играешь? У меня там 4200, что ли, часов. Так этот, ну, с другом каждый вечер катали вместе. Да, давай как-нибудь поиграем. А? На какой линии стоишь? Я? Керри, мид, соло мид. Команда прыгает, материшь их? А? Когда команда прыгает, материшь их? Как без этого играть, ты чё? Смысл доты, да? Да. Там же только быдло играет. Че ты не садишься? Ну, я не вижу. А-а-а. Да, не так наказывается. Там же минус 8, блин, да? Цвета надо покрасить по-другому, блин, некрасиво костюм у тебя. Бригет мне нравится, он такой какой-то... А? Бой какой-то. Болгарный, безвкусный. Слишком че? Вульгарный и безвкусный. А она где-то с серебристым? А? Да. Да еще золотые Дело. Какие-то кружки на сиськах. Ну, важно. Хоть бы их покрасили в черный цвет, что ли, лучше. Или в синий. Это чтобы соперников отвлекать, понимаешь? Они сейчас на сиськи досматриваются, да, не проиграют. Не смотри вообще, вот. Цвет не очень. Просто золотом отлично. Это золотой же, да? О, это же готовый костюм, да? Да, у него подсечка, это читерная, по-моему. Блин, хорош. Трупа. Thank you.
меня вообще глупо сделал. Надо было пол пробить, потом все это делать. А нет, люби уже. Офигеть. А, блин, что делать? Ох, сдох. Блин, я раньше наказую столько задрачивал. Наверное, вообще вот в Tekken сколько играл? Процентов 80, как я сидел только в этом, в практис моде на Казуи. Чё Казуи, говоришь? Говорю, 80% вообще полного времени своего в Tekken. А, на Казуи? Да, на Казуи в практис моде. Wave Dash учил, EFGF. До сих пор нормально не могу сделать ничего. Хотя... А за хорошо играет, да? Все делает правильно? Да, нормально сейчас. Не то, что раньше. Tekken Tag он так играл. На Казуи. Ну этот, как он, ну, психология хорошая в игре. Философия боя. Расстояние чувствует хорошо. То есть чувствую, сейчас он у него все уже сделано. Ничего плохо, он персов не всех знает. Не знаю, где чё как наказывает правильно. Например, он с тобой играет, он же тебя не наказывает, да? Наказывает. А? Ну, не так, как я, допустим, да? Согласись? Играл. Как? Он чисто за счет своих миксапов выигрывает. За счет того, что он тебя обманывает, как-то что-то делает. Согласись? Он больше всего ловит... Этими... Сосепит хорошо. О, как, вот так убегает быстро. Просто отпрыгает, хоп-хоп-хоп, и как я бы не атаковал, я чуть не попадаю по нему. Быстро отходит, говоришь? Ну вот, у него дистанция хорошая, философия боя. Иначе. Делаем. Не знаю, иногда какой-то тупизм включаем. Что-то дал. А, блин. Труба размечтался. Final round. Fight. Кажется, внутри игры деньги какие-то бесполезные, да? Не так много шмот, наверное. Да. Ну, имею в виду, что депозит икеновский. Вообще, в Tekken 6 были классные шмотки. Какие-то дешманские шмотки, там, половина шмоток. А большинство шмоток это стандартные для всех, да? Они нехило могли бабки на этом подумать, да, как Dota там.
Приятно там, когда персонаж симпатично нет. Я на инвокера плечи продавал, блин, 5-6 раз, наверное. Чё продавал? На инвокера плечи, Хивен Персин. Круты? Ну, вот эти. У меня еще голова была инвокера, вот эта легендарная. Раунд 1. Файт. Которые сета, не которые обычные. Охренеть, я долго восстанавливаю. Вот этот второй удар вообще проседает, знаешь, да? Да. И здесь ногой не пинает. Пацанат медла увернулся. Гарантия. Что-то на Дейл очень слабо получается. Ты? Да. Че, Сима, что будешь делать? Да, там пару дел надо съездить. А, ты сейчас поедешь? Просто это было. Похавать надо было, потом был бы свободен. Поел же, да. Не, я говорю, если бы 20 минут меня подождал, бы дальше поиграли. А. По делам, да? Надо сегодня загонять. Че, нашел звукача? Нет, что? А че там Бауржан не канает? Должен уметь. Это как. Надо уметь. Там что, персонажи озвучивают надо, программу? О, ну да, персонажи. Поел. Он запахает бьет, да, когда так подлетает? Бьет, да? Как подлетает? Там. А так что ли? Fight.
чуть повернулся. Офигеть, что так за комбайк? Ааа, ты спешил. Я просто уже дальше ногу применил. Длиннее. Она уклонилась, я просто прием сделал, она снова оказалась в зоне доступа. И чё, когда ты вернёшься? Да там, по идее, недолго. Полчаса, что ли? Нет, часов. А у тебя, ну и чем мы вещи мы скатнули? Ты чё, не будешь спать? А ты где-то работаешь? Посплю, наверное. Это ты... Оно так и наказывается, да? Да. Даже свечи. Можешь встать и от рекорда сделать или что-нибудь такое. Что у тебя с вывески крутая есть? А, ел. Да терпел, да? Ты пойдешь кушать? Да давай еще пару игр сыграем. Живет, да, в Казахстане? А? Куба теперь живет в Казахстане, да? Куба в Казахстане живет? Да, прям. Ага. Ну, он в средненьких, наверное, сидит там. Не, он туда переехал жить, да? Да. Мне послышалось, что живет. Да. Живет. Понял. Yeah.
Блин, эту рыбу надо убрать, как-то несерьезно выглядит. Что сказал? Рыбу, говорю, надо убрать. А что, да? Ты на диване спать будешь, да? Спи пока. Раунд 1. Perfect. Round 2. Fight. Все-таки получилось. Я тоже дебу хотел начать. Ты говоришь? Тоже дзеба пытался начать. Не успел. Он на рейч. Он не спас. Все? Да давай еще пару. Или что ты торопишься? Жена обеда зовет. М? Катаем этот последний, да, ласт? Жена обеда зовет. Угу. Хорошо, ласт, да? Что я от настроения значительно по-разному играю. Иногда прям хорошо, иногда прям вообще плохо. Это влияет, да? Бывает. А есть? От разыгровки еще бывает зависит. Раунд 1. Файт.
Ух, ничего себе, ты просто что видел? Между ног. Да. Блин, я думал, ты сейчас сделаешь это все. Да, знаешь, вот это так поднимает он, получается. А? Видите, да, так поднимает он. Лежачего. Или просто лежачего. Лежачего. Гарантия. В той части это глаза в сторону добегали, видел? Нет, нет. В первом сезоне. Пак, когда она вправо смотрела. Труба я вытащил, да? На спаме одном. Соло победы. А, блин, сейчас последний раунд. Че до этого сказал? Блин. Найс! Ладно, брат. Давай, ГВП.